Привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о продаже броневика из сериала «Полицейский с Рублевки». Объявление о продаже темно-синего звездного броневика появилось на сайте Авито. Отмечается, что машина для перевозки особых грузов ни разу не была использована по назначению. Зато снялась в ряде российских сериалов. А в послужном списке броневика числится телесериал «Полицейский с Рублевки». Шоу «Взвешенные люди» и фэнтезийный сериал об андроидах «Лучше, чем люди». По сообщению продавца, именно поэтому автомобиль находится в отличном состоянии. А пробег составляет примерно 15 тысяч километров. Один съемочный день броневика оценивается в 100 тысяч рублей. Вдобавок владелец отмечает, что вместе с авто покупатель в качестве бонуса получит и готовый бизнес. Грузоподъемность машины 600 кг, и вся документация, как заявляет продавец, в полном порядке. Цена, конечно, не маленькая, однако владелец открыт для предложений. Он готов подорговаться, а также обменять автомобиль на недвижимость, швейцарские часы, строительную технику и прочие ценности. Территориально броневик находится в районе Куркино на северо-западе Москвы. Данное объявление уже посмотрели 10 320 раз. Но, как можно заметить, покупатель, готовый купить звездный грузовик по цене нового BMW X6, все еще не найден. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!